Видео с няней. Это будет супер видео. Главное, досмотрите его до конца. В конце вас ждет что? Сюрприз! Сюрприз! Ребята, это снова будет супер интересное видео. Поэтому мы сейчас ждем нашу няню и начинаем снимать видео. Да. А вот и няня. Заходите. Привет! Привет! Так, я вас оставляю и, да, как обычно, ухожу по своим делам. Конечно, у нас все будет хорошо, да? Девочки, да, только смотрите, ведите себя хорошо. Няня, я вам еще хочу сказать, мы сегодня днем, к сожалению, не спали, ага, поэтому желательно уложить Лизу спать. Угу. Можете дать ей какие-то хлопья и уложить ее спать. Хорошо? Да. Все, давайте, пока-пока. Пока-пока. Она поиграет со мной. Ты хочешь поиграть? Хорошо, я придумала одну очень интересную игру. Только мы будем играть с ней не сами, а вместе с нашими хомяками. Я уже, кстати, их не боюсь, потому что я уже к ним привыкла. Держи клетку, ставь на пол. Мы будем строить две дорожки из вот такого лего и устроим соревнования. Ну как, круто я придумала. Ой, высыпай все лего. Так, сейчас мы построим две дорожки. Одинаковые. Итак, давайте ко мне. Такие широкие будут, да? Угу. Такие широкие. Я могу сделать вот такую дорогу. Или вот такие дороги будут делать? Какие? Или из этого, или из этого? Ну, давай из этого. Из этого, хорошо. Угу. Вот эту, которую сделала. Вот моя первая дорога для одного хомячка уже готова. А моя? Делаем вторую дорогу сейчас. Шок. И сейчас мы их будем запускать и посмотрим, кто же выиграет. Ну что? А следующий контент у них есть сюрприз и нам сюрприз. Ready, go! На старт, внимание, марш! Давайте быстрее, быстрее! Давайте нажимаем! Мы не вообще-то не понимаем! Они что, не понимают, что ли? Давай, ну-ка!
сами бегут, все, не помогаем. И кто первый, ну беги. Да беги ты, смотришь по сторонам. Он мой. Ну ты. Давай. Кто победил твой хомяк, поздравляю тебя. Давай, сейчас это убирать все и пойдем кушать хлопья, да? И сейчас я тебе дам хлопья. Так, ты будешь с молоком или без? Без. Без, ну хорошо. Вот тебе твои хлопья. Дай мне ложечку или... Ну, конечно, сейчас дам. Ложечку. Тебе большую или маленькую? Большую. Держи. Приятного аппетита. Я пока подожду, пока ты покушаешь, а потом мы с тобой будем спать. Угу. Вкусно? Угу. Лиза, а ты не знаешь, где у твоей мамы косметика? Знаю. Где? Вот. Там? Хорошо. Ты кушай. Угу. Заем. Да, молодец. Да. Пошли спать, пойдем. Ложись. Запрыгивай и ложись. Отлично. А она уже спит. А сейчас самое время, чтобы отомстить ей за все. Сейчас я ее накрашу. Положу-ка я это быстренько на место, пока никто не увидит. Надеюсь, она уже скоро проснется. Пока посижу, типа я спала. Ужас, Лиза, что у тебя с лицом? Ну-ка, быстро пойди посмотри в зеркало. Какой ужас! Кто это на тебе так сделал? Я не знала, я спала. Лизонька, я уже пришла. Лизочка, что с тобой? Это няня покажи сделала. Мне, зайка. Боже мой, что это она тебе за все отомстила, да? Угу. Все, солнышко, больше я тебя с няней не оставлю. Я тебя не оставлю, моя хорошая. Ну что, ребята, всем пока-пока. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Лайк. Если вы хотите еще видео с няней, пишите нам об этом в комментариях. Пока-пока! Пока-пока!